Прогуляйся до городской окраины, это недолго. Перейди через железнодорожные пути, там, где над тобой развязки парят, как птица безнадежности. И трескается все, и меняет форму. И именно там тайны гудящих телефонных проводах. Слушай, а ты знаешь, что ты никогда не вернешься? Ты пройдешь площадь, пройдешь мост, заводы, склады. И потом начнет собираться гроза. И придет высокий красавец в пропыленном черном плаще. И у него будет красная правая рука. Он обнимет тебя, скажет, что ты был хорошим мальчиком. И снова в тебе возродятся мечты, которые ты всю жизнь разрушал. Он залезет глубоко, глубоко в тебя, исцелит твою душу, которая ссохлась. Эй, приятель, ты знаешь, ты никогда не вернешься сюда. Он бог, он человек, призрак и гуру. Они шепотом произносят его имя по всей стране, которая исчезает. Но под плащом его спрятана красная правая рука. У тебя нет денег? Он тебе даст? И машины нет? Он даст тебе машину. Ты сам себя не уважаешь? Чувствуешь себя насекомым? Не беспокойся, приятель. Потому что он идет. Идет через гетто, гетто черные и гетто мексиканские, через трущобы и хибары. И куда бы он ни ступил, везде он отбрасывает тень. И в правой красной руке у него огромный комок зелени. В своих кошмарных снах. Ты увидишь его просто в своих снах. Он появится ниоткуда. Но он совсем не тот, кем кажется. Его образ ты увидишь в своей голове и на экране телевизора. Эй, приятель, я предупреждаю тебя, выключи этот телевизор. Он призрак, он бог, он человек и гуру. А ты – микроскопическая фишка в его катастрофическом плане, который задумала и осуществляет ее красная правая рука –